приехал за Урда, я говорю, запиши мне прошивку. Не записывает, что я могу сделать? Заставить, что ли, его? Я готов выехать, бля, хоть сейчас, бля. Плевать, что это бензин тоже уже, пускай детонирует, бля. Но без прошивки куда я поеду, бля? Еще хлам, бля, после переезда в багажнике. Но я его здесь выбросил бы в боксе. И поехал бы. Вот его скажите, да, чтобы он записал мне. Вот приехал один Мерседес. Все БМВ-шники собрались, все. 1000 лошадей чипуют, боятся с одним Мерседесом выехать. Что, не так, что ли? Вот, Я выехал. Вперед. Остальные все чипуют машину, чтобы просто один раз заехать. Итак, дамы и господа, сегодня заруба. Он с тем CLS 63 AMG 2014 года на... Мы-то знаем, что он в Stage 2, хотя хозяин заявляет, что он на стоке. А моя прошивка, вы знаете, что после Алима я ехал на... залился на стоковую прошивку, и на стоковую прошивку ездил по городу. Сейчас, так как не было возможности вернуть мою боевую прошивку из-за того, что у меня в баке заправлен полный бак сотового бензина, обычного городского, а моя прошивка та под 102 бензин, и на сотом на нее заливать нельзя, потому что это, ну, риски есть кое-какой, машина детонирует. Поэтому мы сейчас залили сюда такой лайтовый Stage 2 на 750 лошадей. Сейчас мы примерно, как она едет, замерим машина, потому что мы только что эту прошивку сделали. Замерим и поедем, посмотрим, короче. Заедем с этим бананом. За руль, за уру, посадим сначала. По два человека поедем, да? Все понятно. Слева, кажется, банан. Вон он. Или вон. Нет, далечки. Вот он, банан. А, что, по два человека в машине. Ничего замерять. Как дергаться будем? Как хочешь. С 80, наверное. Что с 80? Чипо, он М-ку выгнали, со мной с 80. С нуля дергаемся до 250. И второй заезд с 60 до 250. Да по-другому я не дергаюсь. С нуля как дергаться, брат? С 20-то раз накату дадим. Эй, брат, накат. У тебя полноприводная машина. У вас чипо, у вас 750 лошадей. У меня... У тебя тоже чипо, наверное, брат. У меня не чипо, я не чипо. У тебя не может быть, что она не чипо. Мужчина Мерседес! Конечно, чипо. Чипо, чипо. 12 seconds later. Считай это быстрее! Раз, два, три, пошел! Не сток, вот цы, она бодро едет, не сток. Она
60, набери 60.